Росавиация проверит ЮТР. Поводом послужил недавний инцидент в аэропорту Внуково. Напомню, после посадки у самолета загорелось шасси. Машина уже лавировала по дорожке и подъезжала к месту стоянки, как вдруг на борту вспыхнул пожар. Он моментально был ликвидирован, пострадавших нет. Вы знаете, любой инцидент, связанный с аварийной посадкой, задержкой по техническим причинам и так далее, требует расследования и постоянной работы комиссии, которая расследует эти инциденты у нашей авиакомпании, у других авиакомпаний. Вот это работа такая, да? Когда что-то случается, соответственно, сразу начинает работать комиссия по расследованию данного инцидента. То происшествие, которое произошло в аэропорту Внуково с рейсом Ставрополь-Москва, по его расследованию также работает комиссия, это стандартная процедура при возникновении подобных происшествий.